Да. Мари национальный конгресс дешинат. Мари халык дешинат. Чыла дешин. Шокшо деш. Шокшо салам. Немна. Таше шурук юл. Касна. Мари китнясы. Пёрт пелен. Изигна. Куземана. Мари гулашка саварныши. Рошто пайремнам ончиктамина. Метышты. Оза кукза семан. Мари Турека район. Кугурак Хатшин, Дашка и жена. Иванов Григорий Серафимович. Пожалуйста. Итак, Мари Турек, Мари Турек, Мари национальный конгресс гулял. Гошкина Лариса Алексеевна, жена. Смегуна. Тогда Мари Турек, район администрации Буля Алтышева, Зангирова Надежда Николаевна Мишина. Извините, я уж чуть-чуть намарисовала. Нет, мену налад, муту пуэна салам лаш, рошто хайрем дене. Мари Турек районышты, да Мари Турек поселышты, илыша Мари Калыкым, уида шорып йол пайрем дене саламлен, тыгыракын талане. Кок тюжем латнылымшы иишты, ерил ир шоғыса тыгат весела, весела чурьян, чулым, вианда патыр, ваш-ваш пагален, ваш-ваш келшен, илымашым, икті веседені олымашым, да тыгат ишан дене илаш. Волгыды илышым, канды кава ямал, канды кава ямалны, тымыз илышым, куатым. Ласкада поро шимчонын. Кок тюжем латнылымшы ием, пиалан ошкыл дене ошкылаш, кужу имран, таша капкылан, пенгеді кидьолан, лияш, куштылгы пашалан иратыршы, ышт шаш пашада кугу лекчан кондыжы. Шивунды перкан, кинды перкен, датыга истебал поян чесан, лияш тыланем. Кошмаш корнышты да машина дене кудалыштмашты да, юма аралыжы, шорып йол пайрем дене саламлен. Менгеш сабыртен кумдаштанман, менгешті пайремленам мен тудым, но тыге шишкан погынен сай пайремленым нау. Бесканаят, кадакар, погынен мураш, гушташ, а таче Мари Турек районысы отделение Мари национальный конгрессын да Мари Ушемын отделение ждечен, мы тендам пеш чот кугун саламлен. Темдалан тажалыкым, фиялым, кужу имырым таланем, да таше чун канымешкада канем, тиде залышта веселитяш бижан мэтимдам. Ну, он ты мне мутым, Надежда Николаевна Латвина. Харлавана. Да. Дорогие друзья, мы все сегодня очень рады приветствовать вас на таком замечательном, самобытном национальном празднике с красивым названием «Шорок Йол». Как мне сказали и как я узнала, это «Овечья нога». «Овечья нога»? Да, но это дословный такой перевод. Я думаю, что замечательный праздник, сохраняет такие многовековые традиции. И все праздники, особенно рождественские праздники, они несут в себе объединяющее начало. Они нас приближают друг к другу, они нас учат понимать. Я с большим удовольствием поздравляю вас от имени собрания депутатов местного отделения «Единой России» с таким замечательным праздником. Всем, друзья мои, желаю огромного счастья, удачи и, конечно же, огромного здоровья. А сегодня я желаю всем хорошенько повеселиться. Настроения всем вам праздничного, рождественского и шорок. Ел вас всех!